Привет! Наша история о том, что мы мечтаем о большом фитнес-центре для детей с собаками. И мечтаем о том, чтобы этот фитнес-центр... Ну вот мы сейчас находимся в хендлинг-зале. Этот хендлинг-зал оборудован, ну, минимально хорошо. Нам здесь уютно, просторно и классно. А фитнес-центр мы мечтаем с бассейном, с беговыми дорожками, с большим удобным сервисом и обязательно с участием Министерства образования для того, чтобы наши дети ходили в этот фитнес-центр со своими хвостиками, заниматься бесплатно. При этом цель такая, чтобы личное общение замещалось гаджетами, чтобы мы передавали свой опыт детям, чтобы все то, что умеем мы могли бы передать новому поколению. Вот об этом мы хотели в своей истории рассказать, как о мечте. Всем доброго!